эта страшная буква «Е». Что на самом деле делают консерванты с нашей едой? Натуральной еды уже не найти. Вокруг сплошная химия, консерванты, красители. Возвращаемся к корням. На Западе и в России набирает моду так называемая «диета пещерного человека». Живой деликатес, как выращивают устриц. Тут такая грязь, что нужны специальные какие-то умения. Устричная грязь. И можно ли чем-то заменить глоток воды? Самые научные способы утоления жажды. Еда живая и мертвая. В субботу, сразу после главной дороги на НТВ.